А, солнышко? Угу. Моя радость. Сейчас. Сейчас я, короче, одну сторону. Блин, ни хера не видно в этом скотче. Влад, можешь мне дать эту коробку от посылки для игрушек? Конечно, могу, солнышко. Спасибо, папочка. Я очень рада, что ты мне дашь эту коробку. Не может быть, солнце. Неужели я из-за коробки твой любимый папа? Ого! Овощпе! Две затемняющие пленки. Вошпещище! Слушай, кисточка прикольная. Ваш... На кисточке написано «Коза». Коза! Подожди. Влад, когда она тебе будет не нужна? Опа, 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 опа. Подожди. Смотри, дядя Рома тебе подарок прислал. Шеврончик Мураш. А мне, да. Это тебе, от дяди Ромы. Довольна? Да. А что ты тут не кричишь, дядя Рома, спасибо. А что он не услышит? Так он на видео потом посмотрит. Мы же видео снимаем, чтобы дядя Рома услышал. Дядя Рома, спасибо! Вот, другой разговор. Послушав совет дяди Ромы, замутил Фантаго сухой. Посмотрим, как японцы от него не убегают. Слушай, это прям вообще куча всего. Так, что-то вот еще... это меня смущает все. А что смущает, Влад? Это специально делали, чтобы не перемещалось. Да, но, блин, я не знаю, что это. Влад, я забыл. Я рада, что дядя Рома мне дал. Надеюсь, что это все подарок. Просто пробирки. Дядя Рома посмотрит и прибит. Так, услышит, это две пробирки. Саша сказала, дядя Рома, спасибо. Они лопаются у меня постоянно. Же еще есть. Я же криворукий. Ну, постоянно что? Лопаются пробирки. Влад. О, это три пробирки. Мур-реш. Китайские газеты. Ну, ты бы еще подальше убрал. Написано «Мурлеш». Написано «Мураш». Слушай, а, да. Дружочек, ты не мог бы, как бы статично это разворачивать? Статично не могу, а что? Мур-реш. Там изображение не наводится, да, нормально? Мураш. Мураш. Ладно, это как я с одеждой примерно, так же и ты с пробиркой. Да. На любой сезон. Влад, давай посмотрим в это пешку. В пешку? Давай посмотрим. Это что? Сейчас, подожди, я посмотрю, я не знаю. Ла, прикольно. Так, назвала. Это поилка, сто пудов. Поилка! Это увлажнитель для арены. Так, это желе для муравьев. Не твое, муравьев, не ешь такое. Отравить. Короче, отравлю, поилки, да, взял папа? Маленькие. Эй, а какая смешная баночка, Влад. Так, желе, много желе. Блюдца. Влад, я буду тебе помогать муравьям давать желе. Ага. Три блюдца. Влад, давай помогу, я буду... Маленький. Я буду брать желе и держать его. О-о. Давай, держи. Можешь даже желе сложить в пакет. Так. А вот теперь дальше. Что-то непонятное. Влад, слушай, клевое желе. Мне нравится, я такое же хотела. По звуку прям... О-о. Что-то очень непонятное. По звуку как колокольчик. Кажется, разбилось. Да, кажется, разбилось что-то. Посмотрим. Хуже уже, наверное, не будет, да? Наверное, уже хуже не будет. Так. Как мое настроение примерно. Интересная штучка. Не помню, что это такое. А, точно. Это, короче, пробирки с дополнительным увлажнением. Сейчас надо чем постелить, потому что сейчас оттуда стекло высыпется. Значит, пробирки с дополнительным увлажнением. Влад, как ты быстро все делаешь? Да. Я как раз желе почти сложила. Осталась одна баночка. Да почему пипец? Все, я сложила желе в пакет. Почему пипец? Все в порядке. Влад, что там такое? Стекло. Вот желе этого шпе. Много стекла. Влад. В.
Вот. Влад. Один кусочек моей пробирки. Угу. Влад. Что, Влад, моя хорошая? Что? Клевое желе. Я такое же хочу, но только для детей. Для Короче, мне кажется, я понял, почему оно разбилось. Почему? Трясли, наверное, слишком сильно. Нет, я думаю, что просто не выдержала транспортировки. А-а-а. Вот должна была быть вот такой. Вот, что-то типа такого. А получилась просто стеклянная трубочка. Это по-настоящему разбилось. Ну, здесь еще спрятана в упаковке вторая заглушка. Заглушка вторая. Итого я получил... инкубатор с дополнительным увлажнением плюс дополнительная трубка. Удлинитель. Стекло. Желе. Да. Только, доча, я, кажется, не отдам тебе эту Кого? Коробку. Я в нее положу бумажки со стеклом, чтобы их выбросить сразу. Хорошо? Влад. Что? Только коробку не выбрасывай. Выброси эти бумажки, не нужно, и все. А коробку не выбрасывай. Да не может быть, Зайка. Я не хочу, чтобы ты коробку выбросил. Почему? Ты же обещал. Так. Ну, а здесь надо говорить, о, да, тут еще и матка. Ты еще не смотрел. Ну. Скажи матку. Сейчас. Рабочий есть. Много есть рабочих. И есть матка. Скажи. Живая. Скажи. Живая. Наведи Влад, там резкость, чтобы удобно было видно все. Сейчас солнце. Да, покажу. И вон целый пакет личинок. Я вижу пакет. Какая есть. Огромная матка. Надо дочь говорить, о, да, тут еще и матка. О, да, тут еще и матка. Все, видно? Да. Все, можешь останавливать. Как ее... Всем пока. Всем да. Спасибо за просмотр.